Готовим тирамису. Берем 3 желтка, добавляем сахар, хорошо взбиваем. Далее берем 2 белка, добавляем сахар, взбиваем до густой пены. Соединяем белки с желтками. Добавляем муку, хорошо перемешиваем. Тесто готово. Выкладываем готовое тесто в виде печенек. Посыпаем сахарной пудрой и выпекаем 10 минут. Печенье готово. Для крема берем сахар, добавляем 3 желтка, ставим на огонь и варим, пока масса не загустеет, не побелеет. Далее хорошо ее взбиваем, добавляем сыр маскарпоне, еще раз хорошо взбиваем, крем готов. Собираем торт, выкладываем печенье, сверху крем, далее еще раз печенье, обмакиваем кофе и дальше повторяем слои. Убираем в холодильник на 7-8 часов. В самом конце посыпаем какао. Всем приятного аппетита, с вами была Дания.